Итак, друзья, значит, получилось по Windows 2 и по Linux 3 курса. Поэтому и тем, кто по Windows настройку, обязательно смотрим Linux. Там есть новые элементы. Ребята, обратите внимание, мы сразу в этих трех курсах мы настраивали Jupyter Notebook. И сразу же я вам дал файл, просто нажимаете и скачиваете себе файл, значит, где мы именно эту третью часть, самую сложную, где мы настраивали Django. Кстати, по этому типу настраивается абсолютно любая библиотека, абсолютно любая в Jupyter. То есть сразу переходите к практике. Если будете по моему делу, то тыкайте каждую ячейку, но будет эффективнее, если вы просто по примеру сделаете все сами. И вам домашнее задание. Я говорил, а вы потренируетесь с Markdown, то есть здесь Markdown выбираете и описываете все. Шаг за шагом. Ребят, пройдете все эти три курса и как раз научитесь Jupyter использовать. А он нам, ох, как надо. Сейчас, секундочку. Он нам, ох, как надо, так как мы сразу начинаем этот инструмент применять при обсуждении Джанго. И обратите внимание, в каждой рубрике есть группа, то есть вот конкретно ссылка на группу, да, но это для новичков, говорю сейчас, это во всей школе. То есть по группе вот идти там и по группе ходить, нечто искать, не нужно. Потому что здесь рубрик очень много, не нужно искать. Все в школе так принято. Каждая рубрика, сейчас, где я тут потерялся, каждая рубрика прикреплена к определенному разделу группы. То есть вот если здесь идет обсуждение по Jupyter Linux, то само собой создана рубрика, и где написано конкретно здесь, обсуждаем по HR Django Jupyter Notebook Python 3 Linux. То есть все, и погнали обсуждение. Оставил микрофон. Для новичков, которые первый раз смотрят видео, дам еще дополнительную информацию. Обратите внимание, начался курс Django 2. Ребят, если вы, я сейчас вот выйду, здесь написано, делаем из себя программиста. Python Django по шагам, Python 3 плюс современные версии 1.11, Django 2. 1.11, вот сегодня 2018 год, то до 2022 года будет работать. Код 1.11 будет работать в Django 2 с некоторыми изменениями. Мы их с самых первых шагов рассматриваем. И там мощная. Значит, Python 3.4 будет работать Django 2. А дальше уже 2.1 версия, уже будет только 3.5, 3.6. Ну, само собой, 3.5 и 3.6 сразу работают. Если вы обратите внимание, то этот курс сильно отличается от всех предыдущих моих курсов. Хотя в школе уже более 10 суток видео. Значит, мы с первых шагов собираем в себе программиста. То есть среду разработки, гид, инструмент Jupyter, Юпитер, это Iron Python для визуального программирования, чтобы раскладывать код. То есть полностью окружаем себя инструментами. Новичок
должен чувствовать себя программистом и ковать себя программистом. Для этого надо инструменты, среды. То есть человек должен уже чувствовать, да, я программист. Вы знаете, вы очень счастливые. Я очень рад, что я написал эти курсы. Потому что как-то я все это упускал на начальных, думал потом, а это не знал зачем. А здесь я вам объясняю. Поэтому с первых шагов ваше движение будет мощное, быстрое. Это самое главное. Ну и не будем отвлекаться, значит, мы сегодня сейчас говорили. Поэтому, ребят, что это я хотел сказать? А, именно документ Юпитера, его надо проделать. Но проделать, как я сказал, лучше самостоятельно. Очень важный урок, потому что вроде настраивали, а потом бац, и Джанго, ну, не находит. И многие на этом, я вот смотрел в интернете, и кидают. Нет, не надо кидать. Просто вот так вот настроите, как показал я в этих уроках, проделаете, и так можно, и потом это опыт на всю жизнь. Будете абсолютно любую библиотеку настраивать. А представляешь, что такое вывернуть наизнанку библиотеку и визуально видеть код, как происходит? Это понимание огромнейшее. Поэтому, ребят, программируем сразу с места в карьер. Спокойно, не торопясь своим темпом, но окружаем себя инструментами. Ну а для тех, кто только начал с этого видео, сайт spb-tut.ru, начать отсюда, получить пожизненный логин и пароль и вперед. Спасибо за доверие, Валерий Бовсуновский.